В апреле проходил на Гербесте Мифан фестиваль, и можно было урвать вот такие вот ништячки. Они сейчас продаются в магазине, но цена там не настоящая. Там в районе 100 долларов, понятное дело, за игрушку это не настоящая цена. Вот приходит эта игрушка в таком пакете с такой вот застежечкой молнией. Сейчас мы ее откроем и посмотрим на нее поближе. Итак, вот мягкая игрушка, это маскот Xiaomi, кролик в шапке-ушанке. Собственно, вот бирочка Mi, ничего больше на ней нет. Бирочка из разряда «Как стирать». Вот, на английском, кстати, не на китайском. И вот оно, интересно. Шапка снимается, нет? Да, шапка снимается. Круто, весело. Вот так вот выглядит этот кролик, очень мягкий. Наверное, там внутри какой-то жучок, благодаря которому китайское правительство будет меня подслушивать. Но это бесполезно, у меня и так уже вон, куча умной техники от Xiaomi.